Данный водитель управляет транспортным средством с признаками опьянения, а именно резкое изменение окраски кожных покровов лица. В связи с этим ему было предложено пройти освидетельствование при помощи прибора КПМ-мета, от чего водитель отказался. В связи с этим предлагаю вам пройти освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении. В медицинском учреждении желаете пройти освидетельствование на состояние опьянения? Я ничего не пил, я не поеду никуда. Давайте так, чтобы было яснее. Вы говорите, я не поеду никуда. Вы согласны пройти или вы отказываетесь от прохождения? Отказываетесь от прохождения освидетельствования. Почему отказываетесь? Вы в курсе, что за это предусматривается лишение водительского удостоверения? Знаете, правильно? Правильно. На 18 месяцев. От полутора до двух лет. Идет лишение права управления. Вы все равно отказываетесь от прохождения? Да.